Привет, мои дорогие друзья! Сегодняшнее видео у нас очередная распаковка. Да-да-да, я уже поняла, что вы любите у меня распаковки, судя по статистике моих видео на YouTube. Поэтому специально для вас я не стала открывать. Сегодня утром получила посылочку от магазина Озон, не стала распаковывать, хотела дождаться, вечерком снять для вас такое уютное видео и показать, что же мы заказали в магазине Озон. И да, кстати, мы еще не убрали елку, мы хотим оставить эту елку до китайского Нового года, поэтому она у нас еще будет стоять месяц. Ничего страшного, я обожаю новогодние декорации, празднично украшенные комнаты, поэтому для меня это будет только в удовольствие, поэтому елочка наша будет здесь еще красоваться месяц. А у нас намечается очень-очень важное событие, очень важная поездка, поездка мечты. В это место я мечтала попасть, наверное, пару лет, так точно. Я еще помню, что в прошлом году выставила фотографию себе в Instagram с пометкой «мечта» или что-то такое, или «вдохновение», «inspiration», не помню. И да, вот в этом году мы едем именно в это место, именно в этот отель, который я показывала в своей публикации в Instagram. Это прям какая-то визуализация получается. Работает, работает, друзья. Да, поэтому давайте же вместе распакуем, посмотрим, что мы купили для этой секретной, супер крутой поездки. Обязательно буду снимать эту поездку, сделаю влоги и покажу вам, куда же мы все-таки едем. Итак, давайте приступим. Очень-очень тяжелый заказ. И его еле поднимаю. Так, ножнички. Первый пакетик. Честно говоря, я уже немножечко подзабыла, что мы заказывали. Так, все, пустой. Пустой. Так, скорее всего, это термобелье. Мы заказали термобелье как для меня, так и для моего мужа, так как место, куда мы едем, очень-очень холодное. Нужно будет одеться очень тепло. Это термобелье моего мужа. Такой верх. И вот такие брючки. Называется компания Amigo. Вот. Такое. Термобельишко. Надеюсь, оно будет тепленьким и не подведет. Кажется, я догадываюсь, что это. А, нет, не догадываюсь. Такая коробка. Даже не представляю, что это, если честно. Молти. А, это не для поездки. Это вот такой капучинатор для приготовления моих капучино по утрам. У нас был такой, он сломался. Так, здесь нужны батарейки для того, чтобы их включить. В общем, вот эта штучка начинает очень быстро вращаться, и она очень-очень классно взбивает молоко для капучино, латте и так далее. Очень удобно, советую, если вы тоже любите капучино так же, как и я. Далее у нас вот такая коробочка. Сейчас посмотрим, что в ней, потому что я абсолютно не помню и не имею представления, что может быть в этой коробочке. Она, кстати, легкая. Коробка в коробке. Ну, окей. О, мне принесли подарок. Сейчас приду. Вот я дебил. Я села записывать и уже распаковала пару вещей. И только сейчас заметила, что у меня запись не включена. В общем, ладно. Как раз, кстати, пришла еще одна посылочка. Вот мне только что привезли, которую я также сегодня покажу. И следующая коробка, которую я открыла и, к сожалению, не записала, это вот такое вот термобелье. Это мое термобелье, вот такая вот кофточка. Только я не понимаю, почему здесь нету брюк. Я заказывала и брюки тоже. Я надеюсь,
где-то в следующих коробках я все-таки эти брюки обнаружу. Вот, такое вот бельишко. По отзывам оно было очень классное, все писали, что минус 20 им не холодно в нем, поэтому я надеюсь, отзывы реальные, они купленные. Так, следующие коробки, которые я тоже вот распаковала. Вот такие термоноски. Длинные. Это носки моему мужу. Симпатичные. Термоносочки. Также я заказала вот такой купальник. Он сдельный. Сейчас я его покажу. Так как, возможно, мы закажем купель и будем купаться в холоде. Красота. Снег, купель, теплая вода. Так, так, окей, ладно, я вот так вот покажу. Вот такой купальник, он сдельный. Завязывается вот здесь, завязывается вот здесь. И вот он. В общем, вы поняли. Вот такие утепленные брюки заказал себе мой муж. Еле-еле его уговорила заказать себе эти брюки, он вообще не любитель что-то себе заказывать, но что-то мне подсказывает, что они большие. Надо будет, чтобы он померил. Такие брючки. Очень классные. Вот такие внутри. Непродуваемые. Ткань такое ощущение, как будто джинсовая. Ну вот внутри, видите, как в пуховичках утепленный такой слой. Думаю, что не будет ему холодно в этом. Но вот меня разочаровывает тот факт, что моих брюк от термобелья почему-то нету. Нет их. И я подозреваю, что их и не будет. Далее у нас вот такая коробка рандеву. Скорее всего, здесь моя обувь. Сейчас посмотрим. Кстати, а давайте поиграем, вы напишите мне в комментариях, попробуйте угадать, куда мы едем. И я придумаю, может быть, в следующем видео разыграю для тех, кто угадал, какой-нибудь супер классный приз. Пишите в комментариях. Компания называется Apricot. Какие же они классные. О, они такие теплые. Вот такие шикарные дутики металлического цвета. Мне прямо сейчас же хочется их померить. Дутики мне как раз. Очень удобно. Последняя коробка. И, кстати, да, мы проверили в магазине, мое термобелье, оказывается, была только кофточка. Мы не обратили внимания, что это не комплект, а просто верх. Коробку в коробке. Так, кстати, еще один товар не пришел, мы еще заказывали очки. Вот такие берцы Андрей заказал для себя. Тоже теплые. Андрей уже померил свои брюки и говорит, что они ему подошли очень хорошо. Мне показалось, что они большие, но... И вот такие классные кожаные берцы. Сейчас дам ему померить. Назай. Блин, не пришли мои очки. И последняя распаковка. Это что-то очень-очень классное для поднятия настроения. То, что мне пришло только что от компании Nature's Own Factory. Какая коробка классная. Супер. Расскажу вам предысторию. В общем, я заказала в Перекрестке шоколад. Полезный шоколад. Из семян татарской гречихи. Без сахара, полезный. Только натуральные ингредиенты, без всяких красителей и так далее. Просто я ожидала, что мне придет, как обычно, просто полезный шоколад. Такой средненький на вкус, не намного вкуснее, чем обычный шоколад. Думала, кофе будет хорошо. Но когда мы попробовали, и я, и мой муж, мы просто
офигели, мы просто влюбились во вкус этого шоколада. Это самый вкусный шоколад, который я когда-либо пробовала. Я выставила в Инстаграм, сняла какое-то очень креативное, классное видео, покажу здесь, может быть, и отметила эту компанию. Они со мной связались и решили прислать мне вот такой подарок. Это было очень приятно и неожиданно. Вот, давайте сейчас вместе мы откроем и посмотрим, что же они мне прислали. Смотрите, друзья, как же это приятно. Тея, с любовью и заботой к вам. Nature's Own Factory. Как же это приятно. Спасибо огромное. Ну все, они нашли себе постоянного покупателя, который будет скупать с магазина все их шоколадки. И они мне прислали. Вы только на это посмотрите, друзья. Так выглядит этот шоколад. Тут 16 шоколадок. 16 шоколадок. Вот такая упаковка гречишной гранолы с молочным гречишным шоколадом. Гречишная шоколадная паста. Никогда не пробовала. Очень интересно попробовать. И последнее. Ой, и это гречишный чай. Я уже пробовала такой чай, мне он очень понравился. Как раз задумывалась, очень хотела себе его купить. Спасибо огромное Nature's Factory. Я теперь ваш тайный поклонник. Да-да-да-да! Угадайте, что мы нашли в ботинке моего мужа. Мои очки! Оказывается, они все-таки мне пришли. Сейчас покажу вам. Так, компания называется Витачи. Я никогда не покупала себе подобного плана очки. Надеюсь, они мне подойдут. По-моему, классно. Идут? Подходят мне? Хорошо? Уверен? По-моему, как-то ты не это. Ну, отлично, но они правда. Еще кое-что, что я купила в магазине Wildberries, но получила вчера, это вот такую вот шапочку. Классную, это искусственный мех. Шапочка очень такая плотная, толстая. Буду вот в таком вот образе. Кстати, у меня есть еще вот такая зимняя розовая шапочка. Сейчас посмотрим. Наверное, с этой шапочкой все-таки эти очки будут смотреться лучше. Они по цвету подходят. Да, с этой шапочкой все-таки лучше. И это были все мои распаковки. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Если понравилось, то обязательно поддержите меня лайком. Жду ваши комментарии по поводу того, угадаете вы или нет, куда мы едем. Я вам сделаю подарочек. В следующем видео мы разыграем что-нибудь, я обещаю. Если кто-то из вас угадает, куда же я все-таки лечу. И подписывайтесь на мой Инстаграм, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!